Оп-оп-оп, всем салют, вот и снова я. Сегодня продолжение моего тура по Калининграду. По программе у нас, как всегда, дать с хрома по классике. Выбраться на море наконец-то, устроить пляжный покрас. Ну и как же без жирного ролла? Так что и покатать сегодня успеем тоже. Плюс заценю вам пару местных ховчиков. Атмосферные места, которые встретились мне на пути. Look it up.
Вот такой сегодня хром классический вышел. На любимых моих трещинках, как обычно. Ну и в общем, дорисовав, мы не придумали ничего лучше, как покушать и двинуть на море. За тем самым пляжным рисованием, за которым я сюда и ехал. Но по пути наткнулись еще на один атмосферный ховчик, которым я, правда, уже был в том году. Но просто не мог его вам не заценить, раз был рядом. Вот еще куда нас нелегкая закинула. Ебать тут спотики у них. ХЗК, йоу. Вот он, Маныга. И, видимо, местные ребята. Такие пирожки, бля. Ну ёпта, кто на выходе уже навалил? Ой, бля. Привет, котика. Круто, конечно, тут в Калининграде. Такие места прям в центре города. А потом бац, 30 минут и ты уже на море. И раздаешь там рэпака. Смотрите сами, что я там устроил. Thank you.
Ну что, как вам? Море, солнце, пляж. Кайфули, купнулись, рисанули. Чудо день. Можно обратно в город, чисто погудеть вечерочком и спатьке. Завтра опять рисовать. Кстати, ты бы уже знал, что я буду рисовать завтра. Если был бы подписан на мой инстаграм Dirty7, там вся самая разрыповочка, пыло с жару. Ссылка внизу в описании. Залетай! Жду тебя еще и там. Ну а мы наконец-то начинаем ролить. Thank you.
Бабах! Вот это плюху здоровую лупанул. Сам не ожидал чё-то. Всю краску хоть слил, теперь домой налегке хоть потопаю. Кстати, по пути, шагая домой, на еще один ховчик местный наткнулся. Ща вам его заценю. Правда, рисовать там не стал, просто прогулялся. Вот в такое местечко я случайно в Калининграде забрел. Бах. Охуеть. 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 Текаем нахуй отсюда. Как вот эту дырку, блядь, сделали? В общем, как-то так у нас все сегодня прошло. На море были, с хрома лили, палки катали, по заброшкам гуляли и просто кайфовали от жизни.
впереди заключительная серия с моего калининградского тура. И, кстати, самое жаркое. И я возвращаюсь в родной город. Делать рэп там. Поэтому всех обнял. Только так и... Дальше больше. Скоро увидимся.